Всем привет, друзья! И сегодня мы играем в GeoGuessr. Мы сегодня будем жестко играть и попытаться выиграть в GeoGuessr. Я немножко спирал чуть-чуть, и здесь мы будем выиграть. Так, похоже на какую-то Азию, либо Южную Европу, типа Мексика, либо Бразилия. Ну, по слабам это Бразилия, Мексика. Я не помню. Ух, я масса, это стало. Ощущал, кто я в ответ, смотрите, чекать. Украинский питон. И мы просто имба. У меня еще лучше Раф Пупс. И музыка, саундтрек в игре, это просто что-то шедевральное. Давайте за... как понять, это Бразилия, это Мексика? Здесь как бы особо вариантов-то нет, на самом деле. Давай ты к ним куда-то повыше. Мексика здесь, Бразилия здесь. А если он поставит... Ребята, как думаете, на что это похоже? Я забыла, вот эти столбы стоят такая с черным, желтый квест. Вроде в Бразилии. Вроде. Я опять же не помню. Мне память как у рыбки, реально. Особенно в таких вещах. Тюблю вообще тоже не голосует, нифига. Реально, здесь какой-то по столбам. Давайте я не буду тратить время. Нитика небольшая, можем... Ладно, давай ты попробуй. Подожди, а где это? Ладно. Еще лучше имба вообще место. Интересно, как ты должен понять, что это за страна? Это Чернокожие. Значит, это либо Азия, либо какая-то опять Южная Америка. Да? Блин, у меня же здесь лежит 1300 хпшки. Ёмас, я тут устала. Давайте так только будем. Хотя такие кого-то в Азии есть, например. В Казахстане точно нет. Я думаю, в Африке может быть такое. Что такое в Африке? Это что-то... Давайте попробуем. Я так и думаю, какой-то Таиланд. Я не понимаю. Они дают здесь такие, места, по которым реально невозможно догадаться. Ладно, первый я тупанул. Это чисто рандом. Китай? Подожди, это Китай или Япония? Я не понимаю. Или это еще Южная Корея? Или Северная Корея? Я не понимаю. Номера я не помню. Это китайские иероглифы. Я не знаю. Дай все ближе сюда. Ребят, я шарю за Китай. В плане, где Пекин находится. Я уже просто однажды играл и на этом... Подожди, что такое тачка? Ты как он угадал? Кто там ставишь? Это Европа, има. Норвегия, либо Германия. Давай Германия такой. Найся ближе! Какая Южная Америка? Я определил тупо по номеру машины. Только по номеру машины определил. Если бы я не заметил бы тачку, я, наверное, был куда-нибудь...
Не знаю. Как будто я сейчас это... Я эту позицию знаю. Как будто она не контрится. А, ну чел знает, чел уже здесь был. Чел здесь живет. Ема! Не теряем хватку, ребят, не теряем. Я даже поскольку это место не знал. Он диван поставил. Наверное, он там живет, что он знает так хорошо. Так, нет, ниги. Ой, ё-моё, что за развалины. X2 команд, блин. Что за сарай имбовый? Так, он играл. Южная. Не Колумбия, значит, это... Это не Колумбия, значит, это... Давай там пройдемся, если успеем. Что это такое? Вот кишто кафе. Ламба... Это Россия? Босс служая долгур, это Украина. Автомаркет. Да, это Украина. Это Украина. Вопрос, какой город? Ну, давай в Киев. Давайте куда-то ниже Киев выкинем. Но! Что? Где украинский язык в Монголии, я не понимаю. Но у меня осталось 41 хп, ребята, вообще нельзя сдыхать. Блин, как будто вот сейчас эта позиция вообще имбовая. А нельзя Латвию, какую-нибудь Ригу, мою школу, например. Я бы каждый пиксель бы вычитал, нет? Алло, я даже не могу. Да, даже нельзя, алло. Не забатили. Да мне уже нечего терять. Стой. Стоямба. Стоямба. Ну не сам, ну не подводи меня. Ну я могу. Так, чтобы не увидишь. Блин. Мексика, мам. Давай Мексику тыкну, мы ничего не потеряем, я уже проиграл. Мексика какая-нибудь ближе к этой части. Алло. Найс! Найс, я выиграл, что? Чел, ты куда? Вы видели, как я закомбэкал? Вот, я, правда, сейчас немножко не понял. Он меня специально проиграл? Я просто не понял, подожди, а... Ну, как бы... На самом деле, может быть, я тоже кинул бы в Бразилию, но... Это, наверное, больше, наверное, похоже на Мексику, чем на... Чем на что? Чем на... Бразилию. Ну, не важно. Синглплеер, поиграем Infinity, давай Classic Mode. Стоп, что, лад? Давай, я хочу лад. Подожди. Medium. Подожди, я типа... Ай, подожди, я должен типа место в Латвии узнавать, если так, то это очень имба. А. Угу. Playing in 7 часов. Так я это то же самое видел ровно день назад. Вот реально заманивают купить вот про версию. Limit playing eras.com. Может, не в браузер зайти поиграть? Ну реально, блин, я так хочу эту поиграть.
Ну чё, ребят, я Латвию почти наизусть знаю. Но если там столица, то точно. Если какая-то, знаете, какая-то лепая далка, просто все, я потеку. А, ну да, вот у меня больше сильно нету, ну, как бы, типа... А, подожди, если я пригласить create your name, А, хорошо, я понял. Ребят, если вам понравился такой ролик по GeoGuessr, если хотите, ребят, если вам этот ролик понравился, я в следующей части запишу, если вам нравится под этим роликом, давайте 3 лайка, я сниму с каким-то другом, с моим, в GeoGuessr, как мы играем, допустим, 1-1, или еще во что-то. Ну, короче, мы решим, во что там именно. Поэтому ставьте свой лайк, подписывайтесь на канал, желаю всем удачи, подписывайтесь за просмотр, и всем пока-пока, подписывайтесь.